Російська Федерація анексувала півострів Крим. Держава, яка сьомий рік стримує її військову агресію на Донбасі. Які почуття були б у засновників ООН, якби вони дізнались, що 75 років по тому в центрі Європи буде йти війна, що в Криму брутально порушуються права людини. Відбуваються переслідування українців та кримських татар. Посилюється мілітаризація півострову та акваторій поруч з ним, що порушує безпековий баланс Чорноморського регіону. Крім цього, користуючись нагодою, хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію. Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Україна, яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї до кінця цього року. Найголовніше, питання Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції. Навпаки, допоки рана у центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. І єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму і Донбасу. Стратегия национальной безопасности Украины. Это, считаю, главная тема недели. Документ очень важный, так как в очередной раз четко описывает позиции Украины и наши планы по восстановлению территориальной целостности. Для меня, крымчанина, вопрос родного полуострова всегда стоит на первом месте. Именно об этом сегодня и пойдет речь. Меня зовут Дмитрий Симанский. Это программа «На самом деле Крым». Начинаем. Сегодня в программе «Стратегия национальной безопасности Украины». Какая ее цель и что планирует делать официальный Киев для восстановления территориальной целостности? Нариман Мимидиминов на свободе. Также я ну, говорю огромное спасибо и выражаю благодарность ну, в первую очередь государству Украины в лице вот Тарас Михайлович. Какая дальнейшая судьба политических заключенных Кремля и что Украина сейчас делает для их освобождения? Вода на вес золота. Синие бочки с водой присутствуют, а воды нет. Как Российская Федерация пытается решить водную проблему и почему местные власти тратят миллионы на обеспечение пустых бочек. Об этом прямо сейчас поговорим в эфире телеканала Дом. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии национальной безопасности Украины. В стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь, здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – высшая социальная ценность. Приоритетами национальных интересов определяются отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины, Общественное развитие. Прежде всего, развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины. Европейская и евроатлантическая интеграция. Больше о стратегии национальной безопасности и о национальной безопасности будем говорить в нашей студии. Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор генерал, -майор, генерал -майор вооруженных сил Украины. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Добрый день. Чому виникла необхідність в цьому документі? Як він Откуда он він взявся? Ну, документ э, э, безпосередньо це завдання кожного нового президента, коли він приходить до влади, опрацювати цей документ. Цей документ був трошки затягнутий по часу, бо було багато питань, які потребували уточнення нових підходів до вирішення цієї проблеми, але все одно він э, був розроблений і затверджений. Тому, как раз, это напрямок нашей діяльності на найближчі четыре роки. Я знаю, что это коллективный документ, коллективное творчество. Кто готовил документ, кто был, так сказать, идеологом этого процесса, кто расписывал там, какие из каких частей он будет состоять? Прямоло э, активно участвует и секретарь Рады национальной безопасности и обороны, он руководил всем процессом и э, безпосреднее все э, установы власти, какие Відповідають за національну безпеку, починаючи офіс президента, збройної сили, міністерства внутрішніх справ і інші силові структури служби безпеки України і інститут національної стратегії. Достатньо велика кількість працювала над цим документом. Як, как, вы, как вы оцениваете качество документа? Может, комплименты, которые вот у нас тут звучат, они избыточны? Как вы с профессиональной точки зрения, с точки зрения профессионального военного и уже какое-то количество времени человека, который отвечает за национальную безопасность, оцениваете качество этого документа? Ну, питание не в якости документа, а э, в реализации. Потому что можно написать будь что и э, достаточно суто сжато. Все прописано, Визначені основные направления, по которым треба действовать. А теперь вопрос в як как мы сможем реализовать те, что мы прописали? Пойдем другим путем. Там Крым очень заметен. Ну вот я читал несколько раз, читал, готовился к этой программе и вообще читал, интересуюсь. Эм, кто тот человек, или кто те люди, кто те организации, которые готовили вот эти вот крымские Вставки в кримські елементи. Вот там, де йдеть речь о встановленні, наприклад, територіальної цілості, встановленні контролю над Ну, це працював колектив. Не одна людина, не дві, які працювали над цим питанням. Не МИД, не представительство президента в автономной республике Крым, не там Институт национальной безопасности. Вот нельзя сказать как бы вот ответственного конкретного. Я прошу прощения. Может это секрет, может это как-то. А, ну, документ подписанный одни и поэтому давайте уже приберем тех, кто принимал участие в этом документе. Хорошо. У нас один автор, президент Володимир Зеленський. Абсолютно правильно, відповідальність президента в повному обсязі, раз він э, підписаний і введений в дію указом президента. Э, він є верховнокомандуючим, є президентом України, і він відповідає за національну безпеку нашої країни. Хорошо, ну все одно окремо, продовжимо Росія не оставляє попыток в в ході мінського процесу, в ході нормандського процесу. Как бы отодвинуть Крым от, от от дискуссий вообще. То есть вот идеальная идеальная ситуация для России о том, чтобы о Крыме не вспоминали, а если вспоминали, то только о как о части России в стратегии национальной безопасности очень четко указывается неоднозначно в нескольких местах там ну, чуть ли не выделено значит капслоком Крым это Украина мы будем стремиться значит восстановить территориальную целостность Украины означает ли появление этого документа сейчас что мы э, видим эти попытки России и мы будем им противодействовать ну Россия с самого початку. Э Після окупації Криму а, почала вводити в бік а, і світове суспільство, і безперечно, керівництво України від цієї проблеми. Забудьте про неї, і у вас є проблема, яку спочатку вирішить питання з Донбасом, полихають на Донбасі. А вірно це е, звичайна. Е, Ідеологічна маніпуляція, визначення ложних пріоритетів, ложних орієнтірів. Давайте ви дивіться туди, а про це забудьте вирішити це питання. От таким чином, і це йде також на рівні світового суспільства. Тому вони акцентують питання по вирішенню питання на Донбасі. Про Крим взагалі мовчать. Хоча питання Криму, воно також саме одна... стоїть е, на одному щабелі по питанню закінчення війни на Донбасі. Um... Я знаю, що у вас є опит, ви служили в Криму. Так. Є у вас какое-то ваше до Криму? Е, звичайно, є відношення, тому що коли було питання 2014 року, це лютий березень, я якраз, як начальник штабу високомобільних десантних військ, приймав активну участь і ми реагували е, застосовуючи свої частини якраз на намагання захопити. Е, Крим російськими військами. Тому з рухуванням певна кількість друзів, які в мене залишились в Криму, це для мене не просто не просто якась там частина території. <гум> це частина мого життя. Я п'ять років прожив, прослужив в Криму. Друзі, які залишились. І найголовніше ті мої друзі і колишні підлеглі, які залишились в Криму. Це фраза, яку вони мені сказали, коли е е пройшла анексія. І вони сказали так: так що Україна нас угу. і це в свідомості певних громадян залишилося. І я б не хотів би залишитися цим в своєму серці. Тому я буду максимально довго боротися. Питання повернення Криму це питання якраз мого і мого життя. Донбас ми повернемо. Я в цьому впевнений, і повернемо Крим. Питання в часу, і як ми це зможемо зробити. Это вопрос особой ответственности перед теми, с кем я дружил, с кем я жив. Вы работали в Совете национальной безопасности э, и при президенте Порошенко, и теперь при президенте Зеленском. У меня есть ощущение, вот мое такое крымское ощущение, что предыдущая власть о Крыме была готова говорить. Ну, там, А нынешняя власть уже начинает что-то делать. Я прав или я ошибаюсь вот в этих своих ощущениях? Цікаве питання, тому що, ну, по-перше, попередня влада при президенті Порошенка, вони п'ять років займалися і певним напрямками в цьому напрямку, при президенті Володимиру Осанці Зеленському це тільки рік, ну, трошки більше. Угу. Тому важко сказати, наскільки ефективний хто буде працювати. Час покаже, я думаю. До кінця на свої каденції вже можна то і підводити підсумки. А хто ж зробив краще? Але те, що робота проводиться, так не можна сподобатись усім комусь це подобається, комусь не подобається. Певні речі, те, що Крим залишиться і залишається українським, це безпосередньо президентом Зеленським неодноразово наразово тому це один з головних таких меседжів, які для мене важливий. В числе того, что делает новая власть для деоккупации Крыма, это создание так называемой международной платформы по Крыму. Ее планируют запустить в 26 февраля, в знаковый для крымчан и для всех украинцев день, в день сопротивления, в день крымского сопротивления оккупации. Знаете ли вы что-то о этой международной платформе? Участвует ли Совет национальной безопасности и обороны в подготовке этого саммита и, этой, и работы этой платформы в целом? И может есть у вас Які-то новості, анонси, об'явлення о те, що буде в майбутньому ділася нашою властю для, для процесу деокупації Криму. Платформи. Давайте спочатку міжнародна платформа по Криму. Ну, питання створення цієї платформи і об'єднання тих людей, які піднімають в глазах світової спільноти це питання дуже важливе. Тому що ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим. Методом з Україна не може на даному етапі, тому що є проблема, яка це, по-перше, війна на Донбасі, і вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свою землю, ми не потягнемо. По-перше, по, по матеріально-технічному потенціалу, mm -hmm. по-людському, і це в першу чергу це людські втрати. Тому завдання номер 1 продовжувати активно співпрацювати з світовими лідерами піднімати питання щодо нарощення санкцій проти Російської Федерації і виводити Росію над цими санкціями на такий рівень, що питання або вони віддадуть Крим, або вони залишаться ну, без штанів, умовно кажучи. І це головне. Плюс паралельно посилювати всередині країни обороноздатність країни, яка дасть спроможність при необхідності діяти силовими методами. вот о нашей состоятельности военной поговорим дальше. В Херсонской области пройдут военные учения, совместные усилия 2020. В рамках учений воины-десантники Великобритании и Украины укрепят взаимодействие при комплексе мероприятий боевой подготовки, в частности, огневой, тактической, воздушной, инженерной и о многом другом. Об этом телеканалу «Дом» рассказал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев. Эти учения будут проходить, безусловно, при полной координации Генерального штаба будут привлекаться также силы Национальной гвардии, будут привлекаться другие силы военизированных, военизированных подразделений. И мы, целью этих учений является отработать все механизмы взаимодействия, решения задач, все механизмы защиты территориальной обороны Херсонской области. И в этом смысле для нас эти учения имеют важное значение. Сейчас вообще на время богатое научение. Россиян Кавказ-2020, россияне вместе с белорусами там проводят учения. Слідіть за цим, понімайте, що проходить. Звичайно, відслідковує постійно і реакцію з боку світової спільноти, і реакцію безпосередньо, щоб, як Російська Федерація всередині виносить цю інформацію, яким чином це виноситься на рівень сприйняття світової суспільства, ну і безпосередньо реакцію всередині нашої країни. Тому що якраз наразі де гра мускулами. З боку Російської Федерації, де залякування і такий політичний шантаж за рахунок тієї маси Воєнно -політично. Воєнно -політично. Я Політично. Би сказав. Так, абсолютно вірно. Військово-політичний шантаж намагання натиснути на керівництво України по прийняту, ну, щоб піти десь на якісь поступки. Росіяни прямим текстом, вот так, По, черными буквами по белому на русском языке пишут. Мы отрабатываем, э, учимся освобождать гидротехнические сооружения. Это привет нашему северокрынскому каналу? Не только. Э, вчера как раз они это заявили, это в ранковых эфирах у них пошло. Э, это как раз снова такой же вплив на керівництво Украины и э, такой невеличкий шантаж, что до, э, а мы можем захопить. Технічно ми прекрасно розуміємо, що Росія це спроможна зробити. Але питання полягає в тому, яким чином Росія може виправдати себе в очах світової спільноти, тому що це вже буде відкрита агресія, і це вже не така війна, від якої вони відхрещуються на Донбасі, що у нас там нема. А тут безпосередньо вже не буде ополченців і е, повсталих шахтарів, як деякі кажуть. А тут безпосередньо вже будуть повністю застосовані російські війська. Вот вы сейчас звучите, вы только не обижайтесь, не как генерал, а как политик. А вот политик, мне кажется, на этот вопрос отвечал бы так, как вы говорите, о политической ответственности, о шахтерах и о ополченцах. А генерал, украинский генерал, как отвечает на вопрос, в состоянии ли Россия захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала? так. В, они в спромозе захопить. В них силы засобів Достатньо. Вони ці питання не відпрацьовували, але є одне, але не є проблема захопити е, повністю від каховки е, до самого е, перекопу. До Каланчика, так. До. До І питання в тому, що вода, ми прекрасно знаємо, що вода в Крим подається вгору. Uh -huh. Де безпосередньо треба росіянам відновити, провести достатньо великий обсяг робіт щодо відновлення спроможності е, Сєверо-Кримського каналу по працездатності. Наразі роботи по каналу вони не проводять. Ця інформація в мене йде не тільки за рахунок сили засобів розвідки, які ми маємо, а й за рахунок тих кримчан, які приїжджають і інформують нас, а що реально проходить. Тому навіть якщо вони захоплять, то. Вода так швидко не піде. Для наповнення каналу потрібен не один тиждень. Це в разі, якщо все працює, все відпрацьовано і все ремонтується. Ви ж як кримчанин, дуже пам'ятаєте, і я це пам'ятаю, що взимку канали були пусті, проводились великий обсяг робіт щодо зачищення каналів. Що зими? Е, постійно шість років. Цим питанням росіяни в Криму не займалися. Вони використовували ресурси Криму. Вони думають тільки про свої військові бази і використовують Крим як свою військову велику базу. А життя кримчан корінних кримчан їх не цікавить. Президент Зеленський їде в і участвує в командно-штабних ученнях. Що робить президент на ученнях? Ну, президент, як Верховний Головокомандуючи, оцінює спроможності сил засобів, які задіяні на цих навчаннях. По відбиттю можливої агресії і дій за різними варіантами наших військ, по відбиттю можливої агресії з боку Російської Федерації, по захопленню нашої території і можливості і в першу чергу по північно-кримському каналу, нескільки разів за останнє час американські б 52 літали на території України над Чорним морем і над Гінічським, над Сєвєрокримським каналом. Зачем чим це діляється? Це якраз е, військово-політична підтримка України, і, мабуть, більше навіть політична підтримка України, що ми не одні і е, є провокація з боку Російської Федерації. Це Кавказ 2020, а якраз наші навчання, які ми проводимо, і міжнародні навчання, які в комплексі йдуть під час об'єднаних зусилля, якраз підкреслюють те, що ми не одні. У нас є сильні і надійні партнери, наші союзники, які не залишать Україну, і це якраз така адекватна відповідь на їхнє намагання провокувати нас. Я в першу чергу це це розрах... визначаю, що це якраз підтримка нашого керівництва нашої країни. Это воздух, а море. Не будет ли преувеличением сказать, что россияне фактически оккупировали Черное море? Про Азовское вообще нет разговора. А Черное море, вот последние их действия, их тоже учения бесконечные, их противодействие учениям украинских и натовских сил. Что происходит на Черном море? Ну, вы правы абсолютно. Перше, що зробила Росія, це коли частину е, кораблів вони повернули, але більшу частину не повернули. І не повернули якраз ті кораблі, які були одним з самих боєздатних. Росіяни прибрали е, такий головний біль, який міг би бути у них з боку України, якби е, всі кораблі були, в склад... ну, е, були повернуті в Україні. Тому вони нас зробили такими, знаєте. Е, Практично не плаваючими, угу. не плаваючими е, вчин... і, не і не стріляючими. І коли нема сили засобів, які б могли протистояти е, військов... Чорноморському флоту Російської Федерації, тому і головної болі немає. Тому якраз от підтримка з боку натовських наших колег і наші навчання сумісні навіть тими сили засобів, що ми маємо, якраз є е, е, головний біль е, для військових моряків. Чорноморського флоту головний біль, тому що вони розуміють, що без наказаності так і без, і не буде, і просто так вони не зможуть щось діяти на тірі, на, в акваторії Чорноморя. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо вам за честные ответы, за важные ответы. Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал-майор вооруженных сил Украины, был в нашей студии. Мы о следующих наших вопросах. Осужденный на два с половиной года гражданский журналист и медиакоординатор Крымской солидарности Нариман Мемедиминов отбыл срок и вышел на свободу. Об этом сообщил корреспондент Крымской солидарности, который выехал в Ростовскую область вместе с адвокатами Эмилием Курбединовым, Эдемом Семеновым. Медляевым. Вместе с ними политзаключенного встретил и генеральный консул Украины в Крым в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский и консул Юрий Давгуля. Еще раз огромное всем спасибо всем небезразличным коллегам журналистам, которые сопровождали весь этот процесс и остальные процессы сопровождают. Вот продолжайте в том же духе. И я вам уже говорил, и я убежден, пока меня еще не переубедил меня никто в обратном. Вот, если вот так мы будем продолжать свое дело, вот так будем продолжать свою мирную, ненасильственную борьбу и противостояние вот этим репрессиям, вот даст Бог справедливость, в любом случае восторжествует. Напомню, 22 марта 2018 года в селе Холмовка Бочисрайского района в его доме прошел обыск. деминов формально был задержан за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма и ролики на своем канале YouTube, записанные им еще до 2014 года. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным и считает, что преследование Наримана Мемединминова было связано с его активной ненасильственной правозащитной журналистской деятельностью, критикой российских правоохранительных органов. Больше об этом и о других вопросах мы поговорим с Рифатом Чубаровым, председателем Межлиса крымско народа. Добрый день, спасибо, что пришли. Добрый день. Рифат Ага, вот господин Мамедиминов на свободе, это, конечно, очень хорошо, но вот буквально вчера произошли новые обыски, на прошлой неделе новые обыски, задержания, предъявления новых обвинений, и в первую очередь это крымские татары. Что это значит? Что это все значит? Это значит, что российская оккупационная власть будет продолжать свою политику устрашения всех тех людей, которые живут в Крыму, в первую очередь, тех, которые э, не принимают оккупацию, которые не лояльны к оккупационной власти, э, повальные аресты, обыски незаконные приговоры, судилища ⁇ это инструмент запугивания с целью не только устрашения, но и вытеснения людей за пределы полуострова. Оккупационная власть пытается, чтобы люди в качестве спасения от тех угроз, которые над ними нависают, выбирали один путь ⁇ путь выезда из Крыма. Вчерашние задержанные, один русский, один украинец с материковой части Украины. И это неожиданно, потому что до этого много десятков задержанных, осужденных, это были крымские татары. Вот этот фокус на крымских татар, это почему? Ну, потому что крымские татары являются ну, консолидированной в данном случае консолидированным этническим сообществом, которое ну, достаточно едино в своем непринятии российской оккупации но и потом именно крымские татары, как, ну, как целостный народ, отнесены к нежелательным, к нелояльным. Это все политика предыдущих столетий даже, со времен Екатерины II. Ну вот у меня тоже есть такое ощущение, что из крымских татар усиленно лепят образ врага. Ну, разумеется, и не, в Крыму два таких, да, э, ну, врага, который э, все время создается вот представление, но ну, обывателя крымского – это крымские татары и украинское государство. Как только украинское государство, то сюда попадает все, все явления, в которых есть слово украинское или какая-то черта украинский язык, украинские школы, этнические украинцы тоже. Можем вернуться к процессам политическим заключенными политическим процессам. А можете больше рассказать, что за процесс по Мустафе Джимилеву? Что это? Что это? Что это такое? Ну, они подняли все те э, предыдущие свои э, обвинения, в том числе якобы незаконное хранение оружия. Э, ну, используя которые, ну, было совершено э, с их точки зрения преступления, э, российские оккупанты одновременно э, восстановили три э, уголовных дела против Мустафы Джемилева против меня как председателя Меджлиса и против Ленора Ислямова. И все эти дела сейчас идут параллельно, и мы видим, как их подводят, но э, процедура их рассмотрения выглядит таким образом, чтобы принятие решений как бы привести к одному времени. Зачем? Я не понимаю. Я, пони... Я могу себе понять, и вот вы сейчас говорите, когда они реальных людей там арестовывают, сажают. Ну, то есть я не могу понять, но мы понимаем, зачем это делается. Зачем Смотрите, они... Э, позиция... Э, Российской оккупационной власти, собственно, Российской Федерации на международных площадках выглядит и таким образом. Мы не преследуем крымских татар, мы лишь преследуем тех, кто нарушает законы. И среди тех, кто нарушает законы, есть экстремисты и террористы. Мы не преследуем мусульман. Мы преследуем только тех, кто исповедует ну, какие-то э, э, течения, которые угрожают безопасности и здоровью людей. Хизбутахрир? Да, Хизбутахрир, свидетели Еговы. Угу. И на международных площадках Российская Федерация пытается именно таким образом, ну, если не привлечь себе симпатии, то, по крайней мере, ну, э, немножко вот снизить то э, неприятие России на этих международных площадках. И поэтому сейчас Россия, насколько мы знаем, ну, не на то, что насколько знаем, мы знаем точно, мы обладаем некоторыми документами, Россия очень тщательно готовится к, к крымской теме на площадках Совета Европы. И вот буквально на осенней сессии, которая в основном, ну все будет практически проходить в режиме онлайн, одним из главных тем это... Будет с точки зрения России Крым, они будут пытаться э, вот выставлять все эти свои пропагандистские заготовки. Так, ну вот они расскажут, что вот есть террористы, есть экстремисты, есть бытовые преступники и дальше что. Они с этим приходят в ОБСЕ или они едут в ГАГУ в тот суд, где иск о... украинский иск рассматривается по ну, я думаю, что в Гаагу они еще не скоро поедут, пока не будет э, большей консолидации международного сообщества, мы вчера э, были свидетелями. В ходе выступлений некоторых международных лидеров, ну, в частности президента Франции, на заседании Генеральной Ассамблеи, когда в общем -то, они давали жесткие оценки действия э, российского руководства, в частности президента Путина, не называя его по имени, э, вследствие вот отравления Навального. Э, конечно, иногда берет досада то, что э, отдельные ситуации, пусть очень, ну, которые характеризуют Россию как, тотали... как террористическое государство, не, не, то, не только тоталитарное, отравление даже одного человека целенаправленно, это есть Химическим терроризм оружие. на государственном уровне, если это решение принималось руководителями государства. Это все правильно, и такая реакция нужна. Но более нужна реакция тогда, когда уже седьмой год Россия ведет войну против своего соседа, против Украины. Нам надо добиваться большей консолидации международного сообщества, чтобы дождаться того времени, когда российских руководителей приведут на скамью Международного трибунала. Вот можно последний вопрос в этом комплексе. Следите ли вы за судьбой крымских полизаключенных, Помогаете ли вы их как-то? Если можете, расскажите об этом для наших зрителей. Я думаю, что для них это важно и интересно. Я думаю, что не бывает ни одного дня, чтобы я или мои коллеги Мустафаджи или другие члены Меджлиса не связывались бы с родственниками, с адвокатами э -э крымских, крымско-татарских полизаключенных. И, разумеется, мы э -э Пытаемся в разных формах оказывать помощь семьям, детям, но когда я говорю мы, к этому надо сразу подключать десятки тысяч людей в Крыму, весь народ помогает им. Если позволите, вопрос политический. Сложно ли теперь, после того, как Межлис был запрещен в Крыму, и после всех этих преследований, и политических, и уголовных преследований, насколько сложно организовать работу Межлиса, насколько сложно координировать работу крымского и деятельность и жизнь Крымско-Татарского народа? Я скажу, что, собственно, сама организация она не проходит сложно. Сложно реализовывать э, те решения, э, которые мы принимаем в оккупированном Крыму. И прежде всего очень сложно защищать людей. Э, суть вот, российской оккупационной власти заключается в том, что даже во многих сферах которые формально как бы даже защищены э, законодательством страны-оккупанта, любая активность со стороны Крым татар ну, например, э, изучение крымско-татарского языка, открытие школ, mm -hmm. любая активность со стороны Крым татар это особое внимание ФСБ. И для того, чтобы потом... — И внимание убирать, отнюдь не радостное, Естественно. И для того, чтобы заставить людей э, просто активных сойти на нет, э, если они не Понимают просто предварительных собеседований, там вызовов ФСБ то это обязательная провокация. Сегодня проявление любой гражданской активности в Крыму это есть вызов оккупационной власти. Вот в этом есть трудность. И к еще одной важной теме: позвольте перейти: водная проблема в Крыму с каждым днем все больше усугубляется. Местные СМИ пишут в бочках, которые крымские власти хотят поставить на круглосуточную видеоохрану, цитирую, гуляет эхо освоения денег. Это конец цитаты. Хотя график отключения воды в Симферопольских районах регулярно нарушают, пустующие баки никто не наполняет. Видео об этом опубликовал на своем YouTube-канале крымский блогер Заир Бакал. Во многих населенных пунктах, мы ну, в частности в Симферополе, в жилых районах, там, где находятся микрорайоны, многоэтажные дома, часто Сектор было поставлено несколько десятков резервуаров. Но вот я по своим наблюдениям в том районе, где я нахожусь, чаще всего и в ближайших округах я не наблюдал воды. То есть синие бочки с водой присутствуют, а воды нет. Синие бочки присутствуют, а воды нет. А зачем они тогда поставили эти бочки? Вот как раз на этот вопрос, я думаю, тоже затрудняюсь ответить. Мне представляется только тут одно лишь объяснение. У кого-то была возможность не просто их приобрести, а приобрести у нужной компании, у нужных людей и на этом заработать. То есть в очередной раз украсть деньги. Да, кто-то кто, -то, кто -то на этом заработал, и все, и не больше. Давайте больше о воде поговорим, с вашего позволения. Происходящее с водой в Крыму сейчас является ли, например, для вас неожиданностью? Нет, неожиданностью это не является, э, но это очень, э, ну, для нас и особенно для крымских татар, которые э, кроме этой земли ничего в этом мире не имеют, это их родина. Для нас это очень больная тема, потому что не просто в Крыму не хватает воды, а отсутствие воды и и и и вот та форма добычи воды в Крыму, которая осуществляется российскими оккупантами, уничтожает Крым. Мы это осознаем. Это хищничество? Вот это хищничество, Это хищничество, потому что чем больше наверх поднимается глубинных вод, тем больше морская вода заполняет освободившиеся ниши. Крым, по большому счету, он э, стоит как бы... Это как подушка, которая вот на водной поверхности вокруг Азовского Черного моря, и чем больше снизу убираются пресные воды, тем больше выше поднимаются соленые воды, и таким образом Крым засаливается. Россияне, ну все, в том числе так называемая крымская власть, обвиняют Украину, украинскую власть, украинцев в том, что мы, дескать, значит, своих сограждан ущемляем или там как-то ограничиваем и так далее, и так далее. Что бы вы им ответили на вот эти обвинения? Здесь можно много и правильно говорить о международном э, праве, в том числе о обязанности страны-оккупанта э, э, заботиться о людях и организовывать жизнь на оккупированных или контролируемых ими территориях. Но я бы, наверное, сказал бы иное, то, что э, в любом случае Крым э, не сможет развиваться без э, поставки Днепровской воды и поэтому вместо того чтобы пытаться обвинять государство, у которой украли, оккупировали часть территории, надо просто садиться и говорить с Киевом о правилах ухода с этой территории. Вы думаете, что дойдет до этого разговор? Я думаю, что сейчас нет, но это единственное решение для того, чтобы Крым развивался и в том числе э, нормально снабжался водой. Других условий нет. Отдельные украинские политики вслед за российскими руководителями заговорили о том, что может стоит организовать какие-то гуманитарные рейсы с водой в особо нуждающиеся регионы Крыма. В бочках будем возить в Армянск воду. Ну, предлагают украинские политики эти некоторые отдельные. Как бы вы оценили эти высказывания и перспективность таких проектов? Такие люди абсолютно не знают Крым и не понимают суть но проблемы недостачи воды. Если мы говорим уже о питьевой воде, собственно, для населения Крыма, то ее в Крыму достаточно. Необходимо только лишь ее собирать, использовать рационально. Крыму не хватает воды для того, чтобы колонизировать во всех ее направлениях и в первую очередь заселять Крым сотнями и сотнями тысяч граждан, собственно, России. В Крыму сегодня построены сотни многоэтажных домов. Севастополе, город, да, целые, видел городки, целые городки. Близлежа, вокруг евпатории да. Симперополя, Севастополя. И это все жители России, в первую очередь э, Военные. люди, которые служат в карательных органах. И таким образом происходит замена этнического э, и демографического состава Крыма. И поэтому все, кто ратует сегодня за поставку днепровской воды в Крым, они ратуют за то, что российская колониальная власть крыма вытесняет, изгоняет оттуда местных жителей их. В первую очередь крымских татар. Еще вопрос о воде, если позволите. Российские СМИ говорят о том, что, ну, что возможно реализовать, например, такой проект, как опреснение воды. Что вы думаете об этом? Насколько это реалистично? И возможно ли это в Крыму организовать? Я буквально, вот сейчас когда я когда ехал к вам в студию, читал на эту тему измышления, есть такой председатель водного комитета Вайль. И, Крымского. Да, Крымского, да-да-да, оккупационной власти. И и он как раз об этом размышляет. Теоретически все это возможно. Я думаю, что это возможно и практически. Но это огромные и финансовые ресурсы, и огромные ресурсы в электроэнергии. Таких ресурсов сегодня в Крыму нет, несмотря на то, что они построили там две большие теплоэлектростанции. Таких ресурсов в Крыму нет. Но если даже им бы это удалось бы, то это дополнительное ухудшение экологической ситуации в Крыму, потому что Выпаривание морской воды это освобождение очень большого количества соли. Ее надо куда-то сыпать. Трубо, трубопровод. И вообще, вот готова ли Россия с вашей точки зрения, просто после вот этих огромных инфраструктурных объектов моста, там вот этой трассы Таврида готовы ли они вкладывать и в состоянии ли сейчас Россия реализовывать такие масштабные инфраструктурные объекты, как опреснение или водный трубопровод из Кубани? Нет, уже нет, потому что, собственно, мост и вся вот транспортная инфраструктура в Крыму они были подвязаны к военным целям и задачам Российской Федерации на оккупированной территории Крыма, и они туда вложились. Буквально месяц назад было официальное уведомление, что все целевые программы ранее объявленные в Крыму очень существенно сокращаются на ближайшие годы. Россия уже истощена своей денежных э, запасах и еще раз хочу повторить, что она не заинтересована в развитии Крыма как территории такой многофунк для людей. многофункциональной и в первую очередь для людей. Если кто-то себя еще тешит иллюзиями, что вот Россия будет развивать Крым как курорт, не будет. Она до этого буквально накануне э, 2000, ну накануне оккупации э, вот Подготовки, период подготовки к Сочинской Олимпиаде, она вложила в ту территорию, в тот регион около 50 миллиардов долларов. Mm -hmm. Вот это ее основной курорт, ей надо там эти деньги ну, как бы оправдать. И Крым э, превращен ими э, военный такой плацдарм военную базу, и на это у нее деньги всегда найдутся. На другие вещи, в том числе э, э, водопроводы. Тем более Ставропольский и Краснодарский край, они сами очень страдают от нехватки воды. Последний вопрос по воде. Позиция Меджлиса крымско-тарского народа официальная по воде есть? Вот одним абзацем никаких поставок воды до того момента, пока Россия не признает Крым оккупированной ею территорией, и мы не сядем за стол переговоров, чтобы обсуждать условия выхода России из Крыма и восстановления суверенитета украинского государства над Крымом. Только это. И еще более последний вопрос по воде. От нуля до десяти. Оцените вероятность нападения на Украину, хотя бы на точку исхода Северокрымского канала со стороны Крыма? Я не знаю, какая цифра. Это большая вероятность. 10. Высока 10. вероятность, 0 – малая вероятность. 8. Моя оценка – 8. Угроза нападения России с целью полностью на себя перенаправить водные ресурсы Днепра ну, – в пределах того, что было до оккупации, эта угроза очень высока. В Крыму-Севастополе на прошлой неделе прошли так называемые выборы. Участвовали ли представители крымско-татарского народа? Как вы оцениваете процесс выборов и результаты выборов, которые мы видим, так сказать, на табло? Слушайте, уже седьмой год, собственно, оккупации, и, разумеется... Та оккупационная власть делает все для того, чтобы люди были вовлечены прежде всего те процессы, которые ей необходимы. Э, так называемые выборы, которые проводятся оккупационной властью, э, это очень необходимая для Москвы картинка, и она должна все время, и она ссылается на э, вот проводимые ею незаконные выборы, и в том числе пытается говорить о том, что в этих выборах с каждым разом все больше и больше участвуют и крымских татар. Разумеется, какая-то часть людей в этих выборах участвуют? Прежде всего, те, которые зависимы от оккупационной администрации. Это бюджетная организация, учителя, врачи. Но говорить о том, что кардинально изменилось настроение крымско-татарского народа, и они смирились с этой оккупацией, или, не дай Боже, они ее принимают, такого никто не может утверждать, такого просто нет. Как-то вы осуждаете представителей крымско-татарского народа, которые участвуют во власти или идут на выборы, или там даже побеждают на этих выборах? Существует такая Мы позиция? призываем людей, чтобы они, несмотря ни на что... Но ну, не вовлекались в эти процессы, но если говорить об осуждении вот того, что происходит с людьми в Крыму и в каких ситуациях оказываются люди, я склонен больше осуждать международное сообщество, международные институты и собственное украинское государство, чем тех людей. По большому счету, тех людей в 2014 году мы оставили без защиты. Мы это Украина. Рифат Чубаров был в нашей студии. Спасибо огромное, Рифат ага, что вы пришли к нам. Спасибо, что ответили на вопросы. Некоторые из них, мне кажется, были не вполне вам приятны. Но спасибо, что вы пришли. Мы продолжаем держать руку на пульсе всех событий. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, на канал YouTube. Спасибо за доверие и помните, Украина наш дом.